Lunedì 4 aprile, villaggio Golmavskij. Così le forze armate d'Ucraina rispettano gli accordi di Minsk. Poco distante c'è il fronte, a qualche chilometro di distanza si trova il villaggio di Zaytsevo. Ecco, sono le 7 di sera. Tutto il giorno vanno avanti bombardamenti. Vengono impiegati colpi di mortai da 82-120 mm, quindi sopra i 100 sarebbero vietati dagli accordi di Minsk. Colpi di obice e artiglieria sopra i 152 mm. Hanno colpito diverse abitazioni qua nei paraggi, vicino a case, qui abitano ad oggi ancora i civili. Cittadini pacifici, persone qualsiasi. Как часто бомбят? Как часто попадают? Каждый день гупает. АБСЕ проезжает, а потом еще больше долбят. Какая цель стрелять именно в таких объектов, не военных? Ну, они вот уничтожать на блокпостах, они говорят, сепаратисты, мы вас идем убивать. И все. И всех нас называют террористами, помощниками террористов. Потому что люди, да, у многих дети с оружием в руках стоят на блокпостах, а что делать, мужья? Ну, российских-то здесь властей нет. Какие мы-то террористы? Они нас бьют, бомбят, а кто нас защищать будет? Ополченцы – это наши соседи, наши люди с поселка, с Горловки, такие же, как мы. Из наших семей они, понимаете? Террористы! Где здесь террористы? Вот они, одни бабки-ёшки оставались, террористы. Вон мужики в карты играют, террористы. А вон они, дети в садике бегают. Да нету здесь террористов. Здесь обыкновенные украинцы, обыкновенные. И вы видите, что с него стало. Когда это произошло? Это произошло 31 числа, 31 марта. 6 часов утра. Все начали бежать в подвал. В подвале мы, конечно, это были там и маленькие дети. Страх передать просто невозможно. Мы остались голи, боси, два старика. Ни квартиры нема, ничего у нас нету. А когда стреляли по вашему дому, вы где находились? А я лежала в спальне. Они стали так дрожали, дом дрожал страшенно. А дитка, ты лежишь, да? Лежимо вдвох, як попало снаряд прямо в зал. Все рознесло, нічого в нас живого. Чисто случайно стали живі. Да, случайно стали живі. Діду трусах, я в рубашці ночної. І так ми осталися. Мы хотим жить свободно и спокойно в своем Донбассе. Мы хотим ходить в школу, на работу. Сейчас у нас отстраивается что-то, да? Нет, каждый день они бомбят и радуются. А что еще убивает? То, что щирые украинцы на снарядах пишут детям привет.
Кому там еще привет? А что это бахает? Это дядь спасибо. Летишь снаряд! Летишь снаряд! А не боишься снарядов? Нет. Ну извините, я ж не знал, что вы оставили. Не видел, честно говоря, не видел. Это Хлусов, по-моему, живет. Хлусов, это Хлусов. Он в той квартире. Вот, в той. Но там мне сказали, что через Гудыну Хлусов. Дверь, дырка. Это осколки. Здесь стоял шифонер. Не осталось ни от одежды, ни от шифонера, ни хрена. С какой стороны прилетал снаряд? Снаряд прилетал, если посмотреть на полет, со стороны Кодыма. Кодыма. Там стоят где украинские здоровье. У меня здесь живет отец. Инвалид войны первой группы. Участник войны. Заслуженный учитель Украины. 93 года. Просто счастье, что его здесь не было в это время. А потом как что-то не важно под хвост попадет, они начинают обстреливать поселок. Ну конечно. Ну 30 дней, ну желание давайте вытянем. Олег, нет, да, ходите сами. Олег, выноси. Да он все жжет. Да 30 дней. Вот это у меня лежал под этим самым. Ну, половина, видишь? Ну не, вот, не половина. Ну, это, вот она. Килограмм 10, похоже, отбито железное. Он так 30-ник стоит, однозначно. Калибр 150. 152. Если взорвался, думал, не было.